Всем привет, с вами Кирилл. Сегодня мы продолжаем играть в Аманду. Давайте продолжать. Так, в предыдущей игре у нас какие-то часики остались. Я вообще не знаю, какое время ставить. Так, подождите, сейчас 3 часа ночи, ровно? Давайте 3 часа ночи поставим. Три часа. Вот, 3 часа. 12. Так, а я не помню. Что там было? Тик-так. 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 Где у нас есть? И что мне это знать? Давайте заново посмотрим. Oh, it's you. Whatever you do, don't... Oh, no! Lily had an accident! An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school... Так, конечно. That part of Wooly looks fine. I can pimp so. Полена. Hurry up! He's hurt! Он поранился. Да я пим. Полена. That's right! Wooly hurt his knee. Who can help when you are hurting? Доктор. Let's take Wooly. Come on, let's get Wooly fixed up. Amanda, this really hurts. When is the doctor going? The doctor isn't here right now. Let's see. Какие там стрелки были, я уже забыла. Пароль, давайте введем. 8, 2. Я просто знаю. Где? Так, это нам сюда надо поставить, в телевизор. Так, дальше. Что это такое? Ага, у нас пауза появилась. Hi, I'm a man. Яблочный. That sounds delicious. Так, а что-нибудь у нас... Нет, все равно не появляется ничего. Delicious. Today we're going to make an apple pie. Сейчас я пропустим. Ну, он же. Good job! Great! Let's make a... Так, все, нам появилось. Дальше тут у нас есть список. Красный, оранжевый, синий, белый, бежевый, картофель, сирень, желтый, фиолетовый. Что это такое? Что за говно? Давайте еще раз посмотрим. Может, что-то я упустил. Hi, I'm Amanda. And I'm... Я был...
Дай. That sounds good. Заберем нож. Good job. О, стоп. На паузу, так говорить. И пропало, кстати. Может, нам нужно температуру поставить. 420. Подождите, папа, подождите, это чё? А, точно там все загорелось. Опа. Мясный пирог. Картофель, грыби, мясо. Сыр. А для чего сыр? Сыр для чего? А, точно. Тут же у нас этот же. Да не. Да нет, дохлая мышка. Так, мясо. Мясо, грибы. А, гриб. Грибы у нас вот. Это духовка. Грибы. И картофель. А где картошка? Нам найти картош. Так это что такое? Нет, это персик. Так. Так, а что это? Где взять картошку? Картофель у меня есть. Ну, допустим, пусть это будет картофель. А, картофель и грибы выпекаете минимум... А, разогрейте духовку до 525 градусов в форме пирога. Смешанное мясо, картофель. 15 минут, то есть нам нужно 4. Как? 50. В. 520. Ну вот, конечно. Что у меня нету картошки. Рука. О. Секуха. Ха. Подождите. Ха-ха-ха-ха. Фиолетовый. Нам нужен картофель. Это месяц. Сейчас пойдем посмотрим, найдем месяц. Может, это будет месяц, а не месяц. Тоже не месяц. Месяц. Не месяц. Не месяц. Вот он месяц. Дальше нам его надо, наверное, вот сюда положить. Давайте идем. Во, картофель. 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 Теперь это можно запекать. В твоем районе. И давайте закончим на этот момент. Если за просмотр, спасибо всем, пока.